Кафизма первая. Блажен муж, иже любит имя Твое, Преснодева Мати Мария, благодатью Твоею душа Его утвердится, и яко древо преисходящих вод насажденное, множайшие плоды правды изнесет. Благословенна Ты в женах ради смирения и веры сердца Твоего, всех божен побеждаешь и красотою Твоею, превосходишь и ангелов и архангелов святынею, милости и щедроты Твоя везде проповедуются, Бог дела рук Твоих благословил есть. Госпоже, часу ради шаташася языцы стужающие ми, бурею ужаса и страха посрами, не зложи их, да покрыт нас десница Твоя, расточи тучи беззаконий наших, возьми бремя грехов наших, придите к ней все труждающиеся и обременения, и упокоит вас, приступите к ней в напастях ваших, и осветит вас просвещение лица Ея, благословите ее всем сердцем вашим, милости бы Ея полна земля. Госпоже, что умножишься видимые и невидимые врази стужающие ми, бурею праведного гнева Твоего да развеешь их, помилуй мя, Госпоже, и исцели немощи моя. Согрей оледенелое сердце мое, и не предашь меня в руки душевных врагов моих. В день смерти моей я предстане в помощь души моей, приведи меня ко пристанищу спасения. Слава Тебе, беспомощных заступнице! Тя, Матерь Божию, хвалим, Тя, Марию, Преснодеву и Богородицу исповедуем, Тя, от Привечного Отца избранную вся земля величает, Тебе все ангели и архангели, Тебе все начала смиренно служат, Тебе все власти и превышние силы небесные, и вся господствие повинуются, Тебе все престоли, Тебе херувими и серафими радующиеся предстоят, Тебе все ангельские лики непрестанным гласом вопиют». Пресвятая Богородица Мария, Мать и Преснодева, полны суть небеса и земля величества славы чрева Твоего, Тебе, преславный апостольский лик Своего Творца и Спасителя, Матерь восхваляют, Тебе, мучеников множества Богородицу величают, Тебе, преславный исповедников лик Святые Троицы храм нарицают, Тебе, девственные полцы Своего девства образ проповедуют, Тебе, все святых души преславную Царицу Небес нарицают, Тебе по всей вселенной Святая Церковь всех верных христиан исповедует Матерь Божию и почитает истинного Царя Небесного Бога избранную отроковицу. Ты ангелов Госпоже всех святых слава, Ты райская отверстая дверь, Ты лествица Царствия Небесного, Ты Царя славы прекрасный чертоже, Ты неистленный ковчеже благодати, Ты бездна щедрот, Ты прибежище грешных, Ты благословенная Мать и Спасителя Христа, Ты ради освобождения плененного человека Бога восприяла еси во чрево от Духа Святаго и невместимого вместила еси, Тобою попран бысть адский враг и отверзошися верным двери Царствия Небесного, Ты одесную Бога стоишь, Ты Его умоляешь за нас, Преснодева Мария, и же будет судить и живых, и мертвых. Тя оба желаем всегда быть и нашу заступницу к возлюбленному Сыну Твоему и Богу, и же честную кровью нас искупил есть, да воспримем вечные славы обетования. Спаси люди Твоя, о Владычице, и благослови достояние Твое, якуда воспримем вечные славы обетования. Спаси люди Твоя, о Владычице, и благослови достояние Твое, якуда будем причастницы блаженного наследия Сына Твоего, и упаси нас, и возьми нас даже до века на всяк день. О, прещедрая, хвалите и блажите Тя желаем сердцем и устнами. Сподоби премилосердная Мати, ныне и всегда без греха сохранитеся нам. Помилуй нас, заступница, помилуй нас, да будет милость Твоя с нами, яко уповаем на Тя, соблюди нас, премилосердная, во веки веков. Тебе подобает хвала, Тебе подобает слава, Тебе подобает пение, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Егда призвах Тя, Госпоже, с верою и надеждою на Тя, услышала Мессии и отрыкающий поднебесной злобы, приуготовившийся снести мя, и от хищных рук ищущих души моей я, милостью Твоею защитила и избавила Мессии. Понеже благо, милость Твоя на всех призывающих имя Твое святое, благословена Ты в женах, Госпоже, во веки, и владычество Твое вознесеся во век века».
Глаголы мои внуши госпоже, и не отврати от меня матернее лице Твое, обрати плач мой в радости, сетование мое в веселье, да падут пред ногами моими врази мои, многомощными молитвами Твоими гордые главы их сокруши, да благословится всяк язык, и имя Твое исповесть всяка плоть, благословенный си, о великого Царя Небесного Чи, Ты си венец всей святыни, Ты си слава горнему и дольнему Иерусалиму, благословящие Тя избыточествуют в трудех своих, благословящие Тя будут благословенны, клянущие Тя проклянутся, да не умалится от дому рабов Твоих вина и елея изобилие. Благословляем Бога, создавшего Тя, благословение родители Твои, родшие Тя, благословенные си госпожи на небеси и на земли, хвально и прославлено во веки веков. Госпоже, да не яростью Своей обличит нас грешных правосудный Господь, не же гневом Его накажемся, Ты заступница наша, да попечешися у нас, и ради святого имени Твоего от врат адовых и от чрева мрачные бездны Твоими молитвами избави нас, да поведаем во веки чудеса Твоя, понеже не мертвее, ниже сущие в аде восхвалят Тя, но мы живее благодатью Твоею благословим Тя. Слава Тебе, Мати Божия, верных прибежище, избавление в лютых содержимым, душе моей божественное утешение, всякоянную душу мою благодатное, уязвленную стреляние злобного ратника, вручая всесильному предстательству Твоему, юже соблюдай и покрывай, и спасай от бесовских козней невредиму, да зову Ти, радуйся, невеста неневестная». Госпоже моя, на Тя уповах, от врагов избави душу мою, якода во смирении моем благоугожду Тебе, светлость лица Твоего да облистает душу мою, и воззрение Твое на мя милостивное да освятит совесть мою, и принесу Тобою молитвы и моления к Вышнему. Госпоже, Господь наш, бысь Тобою, Спаситель и брат наш, яко огонь в купине и роса на руно, на Тя снеди предвечное Божие Слово, Духу Святому нашедшего осени Тя сила Вышняго, благословен зачатый в Тебе плод чрева Твоего, благословенно Рождество Твое девственное, благословенна чистота плоти Твоя, благословенны щедроты сердца Твоего, слава Тебе всех верных, усердная заступница». Радуйся, прещедрая милости Мати, спаси благодатью Твоей всех призывающих Тя воистине, в уединении сущим буди утешением, в искушениях прибежищем, помощи Твоей вручая душу и тело мое, управи научи, что им подобает творить и да спасуся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Владычица Богородица, человеколюбивая госпоже моя, Ты весь и помышление, и дела моя, и немощь моего естества, Тебе душу мою юже оскверних грехми и непотребными помыслы представляю, Ты бы, владычица, весь и гной моих язв телесных и душевных, Ты же и исцеление от них даруй, возливающий каплю Твоего человеколюбия и милости». Призри, оба владычица моя Богородице, милосердным Твоим оком на окаянную мою душу, одержимую тягостью греховную, и готову сущую огню предану быть и от праведного судьи, но молитвами Твоими, человеколюбице, благоприятно сотвори своего Сына и всех Бога, хотящего мя обличите пред ангелы и человеки за мои худые помышления и дела». Послушает бы Тебе, яко благо человеколюбец, о душе моей окаянии молящуюся, о прибежище верных, помилуй мя валяющегося в бездне греховней, но приносящего Ти воздыхание от сокрушенного сердца, да Твоего ради заступления сподоблюся прощения многих моих грехов. Тебе бы нам прибежище положил есть Сын Твой Бог, ей, Господи, Господи, изволивай милосердие ради Твоего родитеся, о чистая Матери и Преснодевы Марии, спасение ради человеческого, прими сию ходатайцу о моем недостоинстве, то я ради помощи и заступления припадаю к Твоей безмерной благости и человеколюбию, да получу прощение грехов моих, ими же волею согреших пред Тобою, Господи, яко Тебе подобает всякая слава, честь с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Владычице, прими молитвы раб Твоих, избави нас от всякие нужды и печали.